Приветствую вас, и давайте подумаем о том, что представляет из себя то, от чего вы вроде как зависимы. Это сладкое, достаточно тяжелое, сытное. То есть сладость. Значимость и сытость. То есть это вот три основных момента. Когда человек сыт, все проблемы кажутся ему неважными, ну или важными не настолько сильно. Когда человек сыт. Сладко позволяет повышать уровень эндорфина в крови, это гормон счастье, если вы не знали об этом. Это гормоны счастья. Вот. Соответственно, ощутимость, значимость того, что вы вот, ну, видите, это желание почувствовать себя значимой, ощущение, что вы не совсем значимы, ощущение, что вы не важны, может быть. И так далее. Такой момент. Тут как бы такая история. И вот нужно увидеть, как у вас получается недостаток в этом. То есть как получается, что вам не хватает значимости, не хватает счастья, не хватает защищенности. Вот. То есть это все не просто так, образно говоря. Но несмотря на то, что это все не просто, да, не просто так, вы этого можете не осознавать. Вы можете в этом себе не отдавать отчет. Вы этого можете не понимать. Вот. И поэтому так важно проследить историю становления вашей зависимости, образно говоря. То есть вот как так вот вышло, что вы вот стали вот зависимы от булочек.
в самом-то по себе этом ничего плохого нет. Вот. Но другой вопрос, что вы тратите на это большее количество денег, чем вам хотелось бы. Вот. И если так, то что-то здесь происходит не совсем по вашей воле. Но это нужно, конечно, корректировать, как мне кажется. Другой вопрос. Хотите ли вы это корректировать? Вот. Другой вопрос. Ну, хотите ли вы это делать? Потому что вроде бы вы за помощью обращаетесь, вроде бы, а в то же время почему-то у меня вот такое ощущение, что а что вы получите, если перестанете ну, употреблять вот булочки в таком количестве, как это делается сейчас. Вот что вы получите для себя в этом случае? А что вы потеряете для себя в этом случае, опять же? То есть, понимаете, какая штука? А можно сколько угодно хотеть, да, но если вы не очень отдаете себе отчет в том, ради чего это все делается, то вы обречены на провал. Нужна цель. Цель, что называется, живая. То есть такая цель, чтобы вот вы прямо чувствовали ее, чтобы вы прям в ней были уверены в этой цели, что это моя цель, что это то, чего я хочу, что это то, что мне нужно и так далее. Вот. И только только тогда будет какой-то результат. Вот, условно говоря, вы там хотите, допустим, сэкономить деньги, ну, к примеру, допустим, вы хотите сэкономить деньги, к примеру. Хорошо. Вот вопрос. Что вы будете делать с деньгами, которые у вас получится сэкономить? Что вы будете с ними делать? Я не в том смысле, чтобы вы говорили мне сейчас. Или не только мне, неважно. Вот. Я не об этом. Я скорее больше про то, что вам необходимо понимать для себя, ради чего это все. Потому что мотивация напрямую зависит от этого. К сожалению или к счастью, но это, к сожалению, так. Мотивация напрямую зависит от этого. И если вы не до конца осознаете ее, мотивацию свою, то ничего не выйдет. К сожалению. Вот.
как-то так я бы ответил вам на вопрос, который вы задаете сейчас с точки зрения вот психологии, да, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии. Вот. А как поступить, пишите вы, ну, отвечая вам на вопрос, как поступить, я бы сказал, что вот, именно как поступить, я бы сказал, что обратиться к психологу, вот, и взять несколько консультаций у психолога для того, чтобы лучше себе разобраться. Я бы так это сказал. Ну, вот. Потому что, ну вот, чтобы понять себя, да, чтобы вот себя лучше разобраться, вот, я бы сказал так. Но послушайте ли вы меня? Вот в чем вопрос. Как бы, практика показывает, что как бы вопросы люди задают, как им поступать, спрашивают, а вот следуют ли они советам, это большой вопрос, как правило, нет. Ну, потому что человек вроде бы спрашивает, как поступать, вот, а в то же время не готов следовать совету, если, ну, точнее даже не совету, если бы совет, рекомендациям не готов следовать, если они не совсем совпадают с тем, что человек сам, ну, себе там придумал и себе на понтовировал, грубо говоря. Вот. Так что я надеюсь, что вы прислушаетесь к рекомендациям, да, и поймете, что не узнав вашу историю, да, не поняв вашу историю, невозможно увидеть основание для продвижения вашей модели поведения. Вот. Поэтому это то, что я хотел вам сказать. На этом все, надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь на вашу обратную связь.